Всем здорово, друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Фарпач, Фрэш Иксел, и сегодня у нас Матичок в CSGO! Чукова, бро! Ху ты, всем здорово, ребята! Ты знаешь, можно просто музончик такой поставить, типа... Ладно, ребят, у нас сегодня... Полегче, полегче, Илья, вас катапультировал прямо из тачки, пацаны, вовремя. У нас, ребят, сегодня вот такая вот карта. Нычек много, очень много телепортов. Вот, поэтому всем желаем, конечно же, приятного просмотра, приятного аппетита. Да, мы погнали. Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. Forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Так, ну это, ребят, все, у нас первый раунд, маньяк, конечно же, у нас, как всегда, Илья, парни, за мной есть хорошая топовая нычка. Прям хорошая топовая. Аккуратно, пацаны. Я вышел, пацаны. Дима. Тихо. Ну мы в доме, как бы. Вечер в хату. Мы в доме. Зачем? Стой, подожди, Кирюх, это кто? Пацаны, нам как бы надо слезть друг друга и запрыгнуть на немного другой предмет, пацаны. Ой, красавчики, красавчики. Так, смотрите, сейчас следуйте за мной, я знаю дорогу. Пацаны, я повернулся. Вот сюда. Так, давай, Кирюх, смотри, за это не допрыгнешь, стой только так. Тебя током ударит, нормально, пацаны, да, летаем, хорошо, все. Да я упал. Никто просто не летает, показалось только и все. Да ёпта. Ясно. Все, ладно, пока, Кирюха. Так, а где Макс? Макс, а ты где? Я в другое место репортнулся, случайно. Ой, хорош, Макс. Отсыпишь это немножко кофейка мне, пожалуйста? Ты как меня спалил? Минус, брат. Макс, смотри. Он на крыше, Олег. Оп, здорово. Ты чё палишь меня, слышь, не надо. Не пали, а не я не могу пали за Илью посмотреть, а но я его вижу. Есть, подожди, блин, мне как бздец, я чувствую. Илья, проберись на крышу дома маньяка. Не надо, не делай. Только попробуй, только не надо, там никого нет. Он запрыгнул. Да блин, ну что ж ты будешь делать-то? Оп! Не по плану, немножечко. Быстрей. У тебя есть время, Олег, у тебя есть время. Только не упади. Подожди. Пацаны, как отсюда выбраться? Олег, быстрее! Олег. Да блин, я нервничаю, я не могу, я нервничаю, да нет, я очень сильно нервничаю, я думал, то, что он сзади меня, и поэтому, да ё-моё! Олег, как отсюда выбраться? Я не знаю, попробуй как, вот, нет? Нет, в смысле? Илья у нас сегодня что-то это, вообще... Зачистил, чё, нычку, парень, за мной! Только рабочую нычку, а у тебя как было в прошлый раз? Рабочая, погоди, стоп, я забыл, как я попал туда. Эх, сейчас бы вспомнить на самом деле. А, погнали, так, за мной, сюда. Он как бы уже здесь это сейчас телепорт. Выйдет. Здесь, Олег, вот я здесь. Я помню, вот здесь. Он, Олег, он здесь, вот здесь, вот здесь. Вот тут телепорт, уверен? Да. Настя, отлично, а где мы? Вот так, вот так. Ага, вот. Классно, пацаны, мы немножко слиплись, как бы, ну надо, ладно, нормально. Как собачки? Да. Ну, придется воспользоваться немножко, но хрипом. Тем, что вы слиплись, так, подожди, воспользоваться. А, мы сюда за мной, по-моему, где-то здесь еще телепорт был. Нет, сюда, давай возвращаемся. Вот так, тут а вот тут не пойти никак. А здесь можно забраться? Нет, тут по-моему нет, можно. О, чузлоги были. Так, там пока надо кинуть. Здесь где-то тоже был телепорт. Подпрыгнуть надо, подпрыгнуть. Жак, чё? А туда не войти? Да, блин. Туда не войти, не выйти. Подожди, а как нам выйти тогда отсюда? Не здесь, понял. Это, нам, кстати, капец. Вторая нычка, походу, которую нельзя выйти. Подожди, чё за лоу? Как выйти отсюда-то? Пацаны, я провод кидаю. Брат, я за тобой. Да, пацаны, а меня подождите. А, я внутрь упал. Я тоже. Блин. Брат, у меня есть еще один провод. Давай. Давай, я по нему же. Пацаны, меня возьмите. Скиньте провод, пожалуйста. Есть какой-нибудь провод? Пацаны, давай есть провод такой? Да, есть. Давай. Да, работает. Оп. Все, спасибо за провод, пацаны. Спасибо. Да не за что, пожалуйста, брат. Что, охренели, что ли, совсем? Нормально. Не, Илья, вообще-то по правилам у маньяка нет провода. Пацаны, я веревку забыл забрать. Да, только у нас есть провод. Может подняться по ней. Нет, я хоп, я ее оторвал. Сто раз попадать по каждому, да? Я никуда не спешу, ребята. Вы тоже. Ай, да хорош. А, ничего не вижу, кто флешку кинул. А, это я. Красава, гениально. Да хорош. Давайте. Стоп, да хватит. Короче, я пошел, пока. Да. Я тоже пошел. Пусть он там влазит как-нибудь, короче, сам по себе живет. Так, парни, а тем временем я предлагаю проследовать за мной. Есть еще одна нычка. Я, конечно, за тобой иду. Стоп, я цель не поняв. Во! Во! Сюда!
Во, пацаны, красава! Е-мо. Стоп, а мы кого-то потеряли. Кирилл! Кирилл, я иду. А что такое? А что такое? Что за люк? Вы меня потеряли, пацаны. Кирилл, не, вот здесь, вот здесь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кирилл! Всё, минус Кирилл, походу. Минус Кирюха. Так, у меня типы в доме. Типа в доме нету! Это тебе не ПП! Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я спускаюсь. Нет, зачем? Что за тайминги? Ну что за тайминги мы такие ловим сегодня? Так, где маньяк, где маньяк? Здравствуй, господин. Братан, ну может договорим. Давайте спалю. У меня 69. Все, я вот он, я. Ты не видишь, что ли? О, вот теперь, брат! Да, кабзда! Олег, а давай кабзда, кабзда! Не заметит, уверен? Не заметит. Отвечаешь? Да. Сдаешь? Кобздец. Да, вставай за второй. Сколько хп брешь? А, ну давай. Без понятия, давай, ничего. Давай, Кирилл, не стоим и просто сколько не двигаемся. Хп, ну прошу. Без понятия. Все по плану, как говорится, да? Все нормально. Я не удивлялся, а где вообще, я не понимаю. Прошу, сколько хп? Кирюх, на веревке поднялся, да? У меня 69. Погнали за мной, Кирюх, есть. Так оно не попадает по мне, дамаг не наносится. Ну, дамаг не наносите, надо вышел меня. Что за группа лупа? Куда он исчез? Вот, я не на клипе. Что было такое? Это что было такое? Я спокойно ходил, я не на вну клипе, алло. Я тебя вот режу, я тебя режу, сколько раз ударил. Так, подожди, да вой, я сдох, видишь? Капец. Фрэш на уклипе был, ты не хотел. Какой на уклип, ты что, я просто залагал. Олег, это дышка на одного. А, в смысле? Сейчас я приеду. Он не видит меня! В смысле? Давай, Кирилл, быстрее, Кирилл! Вот сюда! Кирилл, вот сюда, вот сюда! Кирюх, вот давай, быстрее! Серьезно? Да, давай, самое главное, допрыгни до конца, допрыгни до конца, до конца. До конца, все, еще одну надо осталось допрыгнуть. Давай, красава! Лучше, просто по таймингу, просто лучше! О, вот мы и спалились, гайс. Да, там взрыв был. Поскольку я на этой карте первый раз. В скобочках нет! Что будем делать? Сука! Да? Вот нет, вот чтобы дать шанс убежать хотя бы по каналу. Мне казалось, что... Так, пацаны, я предлагаю пойти за мной. Давай. Самое время убегать, самое время валить. Пойдем. Опаньки. Вот так, а куда мы? Топ-нычка. О! Нормально! Стоп, я забыл, пацаны, понимаете? Блин, спалились. Я вот как только мы начали записывать маньяка, я все нычки позабывал. Мы можем попасть сюда, смотри. А не стойте тут, не сюда. Я думал, что там телепорт. Нет, тут веревка не работает, Кирюх, тут у нас крыша смазана, и веревка не закинется. Серьезно? Маской? Макс! Спасибо! Нет, спасибо! Нет, так, нет, нет, ой, нет, а что я сюда провалился? Нет, до свидания! Подожди, Так. Знать бы еще куда и где маньяк вообще, ой. Может быть тут... Это можно попасть? Пацаны, вы да. Да. Кирюх, с помощью ноуклипа только можно вылететь. Понял. Так ты так и вылетел, да? Кирилл, ты че так пугаешь, братан? Давай договорим, давайте спалю Олега. Нет, пусть я при чем-то Петров, здесь? Петров. Я-то при чем-то здесь? Пойдем. Я под ударом вон, не должен... Вон, там Икса, да, и вот Олег, вон там. Так, все, я маленький, пацаны. Я Тарзан. Подожди, а как ты... А, с другой стороны. Просто по дереву беги. Блин. Просто по дереву, Кирилл, беги, как бы, и все. Поднимайте просто наверх. Да. Кирюх, просто поднимайся. О, да, да, минус, брат. Ты живой? Чё? Я 3 хп было, как ты не попал. Надеюсь, со второго дубля у нас получится. Максим не умрет, да, получится, парни. Получится. А, вы уже знаете, да? Да, только я не понял, а что там дальше? Смотри, залезайте в самый низ, да? И во, первый пошел. Самый низ. Ну да. Так, первый. О, Кирюх, просто... Да не туда, я, блин. Ё-моё, сейчас, походу, пацаны, минусанусь я. Сейчас, походу, просто буду минус я или нет. Ну шо, нормально. Пацаны, о, тут бомба! Да. В смысле? Классная бомба. Спасибо. Я понял, Илья, красава, лучше. Так, а да пацаны, как? А вы... Подожди, тут надо как-то... Олег, как вот надо... я это о, надо понял. Подпрыгнуть! Здорово! А шо, шо це таке? А шо такое? Я понял. Никак, да? А шо вы поняли? Ой! Ой, как удобно стоим. Ты выбрал правильно. Я застрял в вас, и я решил вылететь. Понятно теперь, какие вы. Пацаны, я застрял в вас, и ага, застрял, да. Отвечаю. Илья, тем самым временем, я не знаю, тут стоит хромакей, и что можно с ним придумать такого? Макс, ты не пробьешь стенку, понимаешь? Ну не получится. Да, блин. Не, видишь, нигде не работает.
У нас пули непробиваемое стекло и пули тазерное непробиваемое стекло. Кстати, пули тазерное, прикольно, наверное. Ну как отсюда выбрать? Да блин, ну зачем я? Снова туда пошел. Ну, а он к тебе все равно. А, нет, он залезет. Я? В смысле, мне понять, где вы? Да не надо понимать, да чё? Где я? Туда лучше не отправляться, Макс. Все под контролем, все по плану, понимаешь, да? Я не удивлен, все по плану. Так, Илья, я надеюсь, ты ждешь. Подожди, подожди, подожди. Вот здесь, да, вот здесь прыгай. Вот где-то, ну давай. Еще разок. Самое главное. Прям посередине почти. По-моему, я падаю. А я кого-то видел, Илья. Ильич ты наш, ты да что нет, там? Ты что куда? Что за... ты что думал? Так Кирюха что не работает? Я тут прыгаю просто! Я не улетел! Я вот тоже прыгал. Ты просто решил, короче, это был двойной блеф. Ага, ты решил улететь. Нет, я тебе клюнусь. Я это увидел просто в последний момент, как говно упал. Я понял, красавали. Там сложное какое-то дерево. Ну чё, парни, я надеюсь, вы приготовились. Так, судя по вашему смеху, подожди, судя по вашему смеху, чё... Спасибо. Так, где-то... Стоп, вы, значит, меня видите, да? И да, где-то... мы тебя видим. Так, подожди, стоять. Ты нас никогда не найдешь. У меня есть... Никогда не найдешь. Мы настраиваем ему антенну. Подожди, что за гимнастика? Что за гимнастика? Подожди. Можно кабельное, пожалуйста? Можно, пожалуйста, включить? Кабельное? Че? Хватит! Смотри, сейчас ваша пирамидка потихоньку будет падать. Смотри, раз. Тихо, стой. Не-не-не-не-не. Тихо. Ой, что меня откинуло? А я все равно вверху стою, пацаны. Да в смысле, когда... Я не достаю! Изи. Пацаны, кидаем флешку и... Я ничего не вижу! Так, подождите, да стоп. Да ёпта, нихера не вижу. Стоп, пацаны, тебе вы, да хорош, вы же понимаете, все, что ладно. Вы умрете сейчас. Я же вас быстро, я уже нашел, по сути. Здорово. Стой! Максим! И чё? А где Илья? Давай, я тебя трону, но я тебя не трону. Илья сзади меня. Я тебя трону? Чего? Звучит как этот, сука. Я хотел сказать наоборот. Воу! Воу. Фига. А куда это мы пошли? Шкерица такой пришел. А куда это? Здрасте. Ой, а что такое? А я тут... Он улетел? Чё? Так, подожди, мне интересно, куда Илья пошел. Илья! На пропеллере. Ну, Илюша, ну вот зачем вы убегаете от меня постоянно? Что вы вот, зачем вы избегаете меня, я не понимаю. Ну что вот я вот... Опа-на, кого вижу? Никого. Кого ты видишь? Олег, иди в нычку мне. Макс, да-да-да, сюда. Давай, еще. Стой, вот... Нажми на Е, вот здесь. Где-то куда здесь, по-моему. На вот эту штуку, которая называется... Делает, да. Да блин, да... В смысле? А что это было? А что это было? Это был двойной блеб. Иди сюда. Ну ладно, давай. Иди сюда. Вот там, оказывается. Я пошучу так уже в третий раз, но я взял на хороший отборный. Я не помню, наверх показался. Ну ты же не от F4 ты нажимал. Если туда нажмешь, то будешь в другом месте. Ну там понятно, да. Что ты хочешь? Я чувствую, что я знаю. Что за фокусы показываем, а? Ясно. Так, стоп. Так, я слышу, как активировали все треки. Чё за пацаны, у нас сегодня веревочная какая-то серия получается. Да. Да, как он залез? А вот в комнату ютуба попал. Ага. Я по веревке залез. Так, стоп, а туда сложно так-то будет попасть. Да. Прыгать надо. Ну это надо попрыгать, этот паркурчик надо замутить. Ну попрыгай. Я Блин. Да блин. Сейчас нормально, сейчас всё будет. Не надо. Сейчас все будет, пацаны. У меня еще есть целая минута, чтобы добраться до вас. Макс, ты выживешь. Я знаю. У меня минута осталась, что я. Так, стоп, здесь вот тут. Че там у вас? Да не, ничего. Да в смысле? Так. Олег, спасибо. Ооо, давай иди сюда. Просто это надо было видеть. Так, хорошо. А что было-то, подождите, я не понял. Ну, потом расскажем. Так, хорошо, остался только Макс. Да. Подсказочку можно, пожалуйста, какую-нибудь? Я в доме на первом этаже. Он на ютубе просто. В доме на первом этаже. Чистая, фреш ютуб. Мама, я в ютубе. Я знаю, где он, подожди, я видел его, но как туда... Блин, теперь ты тоже. Я видел, что он там. Макс такой спалился. О, всё! Ясно. Я это сделал. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот у нас сегодня безумная серия по мундичку в CSGO получилась.
Я надеюсь, оно вам понравилось. Вы, как всегда, поставили много-много лайкусиков, подписались на все наши каналы. С вами сегодня, как всегда, были Кофи, Варпач, Фреш Excel. Всем до скорой встречи, ребята, и всем пока-пока. Всем пока. Всем пока.